Номер нагрудничка своего подскажите мне. Номер нагрудничка подскажите мне. Номер нагрудничка подскажите. Ага, спасибо. Товарищ инспектор, а по правилам можно машину тележить, то есть тянуть за одно колесо? А, вы не знаете, да? А вы имеете право машину тянуть за одно колесо? Скажите по инструкции. А? Не слышу. Я тянул. Вот ваш коллега тянул. Давайте у него уточним. Скажите, пожалуйста, при погрузке транспортного средства остановитесь, пожалуйста. Вы можете? Да? Зафиксировали, обратитесь в МПТ. Я не согласен. Я не согласен, вы машину повредили. Вы пока мне не ответите на вопрос, никуда отсюда тронуться, к сожалению, не сможете. Вы имеете право машину тележить за одно колесо? Инспектор. Я не уйду пока. Я под колпаками. Что? Что я от него хочу? Я от него хочу сейчас просто-напросто, чтобы он связался с руководством, во-первых. Зафиксируйте, все, здесь 4 камеры висит. Вот у меня еще, а чего вы таким беспределом-то занимаетесь? Каким беспределом? Нельзя буксировать транспортное. С чего? Я? Где мы сейчас откроем, прочитаем? Где мы написано? Сейчас это откроем, давай. Прочитаем инструкции по... Показать? Да, есть. Покажи. Я не могу, мне надо записи вас остановить. Я телефон дам. С андроидом все. Покажите, я еще назад поставлю. Значит, делаем запрос. Делаем. Правила погрузки грузов. Ищу для вас ответ. Регламент МПТ у них нет никакого регламента, потому что они мне его показать не могут за все это время. Я уже созванивался и с руководством. И они мне тоже сказали, что у них нету. Лимон не покажется. Да, да, да. На сайте. Нету. Я проверял. У них технические вопросы, я не могу слышать. Если он так делает, значит, что он под камеру будет делать, то что нельзя, не будет. Будет, будет. А, правила погрузки буза. Правила погрузки грузов. Городские эвакуаторы, один на два, один на восемь. Правила погрузки автомобилей. Я сейчас найти не могу этот пункт, надо у меня сейчас, я на сайте найду. Просто посмотри.